Так, ну, пока с тем телефоном мы не разобрались, да, продолжим. Для начала все это дело откроем. Посмотрим ту же самую проблему. Присутствует ли она в этих телефонах. Она, конечно, меня немножко расстроила. С другой стороны, проблемы все-таки какие-то должны быть. Иногда хотя бы. Да, самое главное, это вот как эта проблема будет решаться. Значит, еще раз. Силиконовый бампер, пленка, неинтересно. Убрали, забыли. Телефон, 4 месяц 16 года. А внутри кабель, наклейки, адаптер. А адаптер у нас не под нашу розетку, поэтому идет переходник. Переходник отвратительного качества, поэтому, ну, рекомендую сразу покупать. Есть у этого же продавца адаптеры Nilkin, достаточно хорошего качества адаптеры, стоят порядка 500 рублей, все хорошо. Берите и не мучайтесь. Значит, как говорил, да, с черным вот этой же проблемы здесь нету. С черным этой проблемы нету. Давайте включим телефон. Телефон у нас включается. Включается. Для чего я его включаю? Я хочу проверить, как у него будет работать камера. Да, если вы смотрели предыдущее видео, там выявился первый из там, порядка 30 телефонов дефект с камерой. Вот, очень интересно, чем все это дело закончится. Написал я продавцу об этой проблеме. Значит, выбираем мы язык. Языков куча. Языков абсолютно куча. Нас интересует русский. Wi-Fi нас не интересует, пропустить в любом случае. Настройка завершена. Телефон включился, он считает, что сейчас времени 7:45, 28 января. Кстати, вот как ты считаешь, что сейчас 28 января, если ты февраль-март, в апреле был сделан, да? Ну да ладно, не суть, как он это считает. Нас интересует фото. Не нажал. Вот. Нажали, учебник. Учебник нас не интересует, мы его игнорируем. Это ладно. Значит, фотография делается. Это тоже нам не интересно. Все режимы включаются без проблем. Все хорошо. Вот автоматический режим, а есть ручной. У ручного режима очень много разных настроек. Плюс, видите, ползунок показывает, насколько ровно вы держите камеру, например. Камера мне здесь очень даже нравится. И вот, да, еще раз папка. Он автоматически подбирает название папкам в зависимости от того, что вы туда кладете. В нашем случае вот эта единственная папка, она будет с иероглифами. Мы ее переименовываем. И все, мы забываем про... Еще вот эти две папки, они на английском. Да? И мы забываем о том, что телефон не Ростест, не там с ближайшего магазина за 16 тысяч, а китаец за там 10. Значит, с черным у нас все хорошо. Давайте поищем, где у нас белый. Вот он у нас белый, вот здесь вот прячется. Сделаем ему сейчас точно так же тест камеры, потому что именно белая камера на предыдущем видео на белом телефоне дала у нас сбой. Очень удивительно, почему это было. А может быть и не удивительно. Вот люди хаяли то, что у них проблемы с GPS.
раньше проблемы не видел. Вот зато с камерой я проблему увидал. Значит, не знаю, кладет ли MJ кому-то еще вот такие силиконовые бамперы. Для понимания, это оригинальный силиконовый бампер, просто он без упаковочки. Вот, значит, пленка стандарта. Это нам не столь сильно интересно. Телефон январь 2016. Как раз январь 2016 был предыдущий белый телефон, который имел у нас два косяка. Первый косяк был лечащийся. У него вот здесь вот была щель, да, из-за того, что его, видимо, открывали слишком рьяно, когда проверяли его работоспособность. Второй косяк был более страшный, неприятный. Это не работающая камера. Значит, посмотрим, что у нас будет на этом белом телефоне того же месяца, года выпуска. Загружаем. Опять язык. Когда включаешь, всегда думаешь, а что, разве есть какие-то другие языки, кроме русского и английского? Ну, что вот с ними вот вы пристали, да? Вот отстаньте, не хочу я никакие другие языки. Нет, там какие-то китайские есть, белорусские есть, украинские есть. Кстати, вот в Украину что-то какая-то проблема, по-моему, их не посылают. Значит, 27 января он считает, что сейчас, времени 17:40, оба утверждения неверных. Фото. Учебник. Ну, смотрите, фото прогрузилось абсолютно без проблем. Абсолютно без проблем прогрузилось. Да, отстаньте с учениями. Включаем HDR. Да, быстренько, все хорошо. Включаем слабое освещение, все хорошо. Если вы не видели предыдущее видео, то я вам попробую показать проблему. Да, вот абсолютно два одинаковых телефона. Мы одновременно нажимаем фотографию, то есть, да, здесь уже все прогрузилось, здесь до сих пор темный экран. Пух, который взял и погас. То есть, вот проблемный телефон. С чем это связано? Ну вот, пока разбираемся. Один человек в комментариях очень негативно отнесся вот к этой рамке. Видите, вот черненькая, да, такая рамка. Он посчитал, что это брак. На самом деле это не брак, это особенность этого телефона. Она присутствует и на черном цвете, просто на черном цвете она менее заметна. То, наверное, давайте за этим закончим. Посмотрели мы тот же самый телефон, тот же самый месяц. Значит, вот оставшиеся два телефона и вот этот бедлам, я думаю, мы заснимем на следующее видео. Подписывайтесь, да, будете в курсе, чем закончился, даже, наверное, не спор, а чем закончится для начала общение с продавцом. Возможно, будет спор, да, ну, я думаю, как бы без спора мы с ним обойдемся. Попробуем выяснить, в чем была причина, насколько она распространена, и будем во всеоружии знать. Засим все. До скорой встречи.